Я управлял этим имением. Работал. Высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик. Получал от тебя жалование. 500 рублей в год. Нищенские деньги. И ты ни разу не догадался прибавить мне хоть один рубль. Причем я знал, Иван Петрович, я человек не практический, я ничего не понимаю. Ты мог прибавить себе сколько угодно. Зачем я не крал? Отчего вы все не презираете меня? За то, что я не крал, это было бы справедливо. Теперь бы я не был нищим. Понял, дружочек, не надо, я дрожу. Зачем портить хорошие отношения? Не надо! 25 лет! Я вот с этой матерью, как кротиков, четырёхстах. Все наши мысли и чувства принадлежали тебе одному. Днем мы говорили о тебе, о твоей науке. Гордились тобой, с благоговением произносили твое имя. Ночью же мы купили на то, что читали журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю. Не надо, я не могу. Что тебе нужно? Ты был для нас существом высшего порядка. По твоей статье мы знали наизусть. Я все вижу, лишь ты об искусстве. Но ничего ты не понимаешь. Постой, я не кончил. Ты погубил мою жизнь. Я не жил. Твои мысли я истребил. Уничтожил лучшие годы своей жизни. Ты мой злейший враг.